Добрый день всем! Вы на канале Мария Пьянин. Сегодня я буду готовить драники. Для этого нам понадобится вот 5 таких картошек. Они уже большие у меня. Из них получится много драников. Готовлю много, потому что все любят. Сюда я добавлю 2 яйца, соль и муку. Драники я натираю вот на такую крупную терку. Это терка от комбайна. Картошка трется, но уже не закончилась. Вот что у нас получилось. Сейчас я на дуршлаг отброшу тесто, чтобы сошла лишняя влага. Вот так. Вода нам здесь не нужна особенно, потому что в процессе жарки тесто постоянно, картошка будет постоянно выпускать и выпускать воду, поэтому жарить нужно как можно быстрее. Вот такая гора натертой картошки. Я добавила сюда 2 яйца, соль и муку сейчас, несколько ложек. Мука 1, 2. 2,5 ложки. Я думаю, достаточно. Если тесто будет жидковатое, можно еще немножко добавить. Но муки много не надо добавлять. И сейчас перемешиваем. Тесто перемешала. Вот такое оно должно получиться. Перемешивать лучше всего рукой. И выкладывать на сковородку будем тоже рукой. Сковорода уже разогрелась. Я беру тесто и выкладываю рукой. Жарим в подсолнечном масле. Постепенно в тесте накапливается вода, ее можно сливать. Вот с одной стороны они уже зарумянились, я их перевернула, и пускай жарятся со второй стороны. Жарить можно, я не знаю сколько минут, минуты полторы, наверное, 2, смотря у кого какая плита. Сейчас проверим, как они поджарились с той стороны. Вполне себе можно снимать. Первая партия таких золотистых, таких хрустящих, таких необыкновенно вкусных драников готова. А вот и вторая партия. Сейчас я положила 5 штук. Чем тоньше они, тем хрустящие. Они до такой степени хрустящие, как чипсы. Хочется есть и есть. И вкусные в горячем виде, и в холодном виде. То же самое. Пока драники жарятся, я выдавила немножко чеснока и сейчас добавлю сюда сметану. Вот, я добавила сметаны, немножко соли можно. Все, вкуснейшая заправочка для драников готова. Проверим, как жарится наша вторая партия. Я уже вижу, что они вполне созрели для того, чтобы их перевернуть. Вот они, красавчики, жарятся. Камера захотела. Поверьте мне, что это очень вкусно. Что-что, о вкус драников я знаю, поскольку я сама из Беларуси. Всю жизнь любила драники, но так не делала. А тут придумала вот такой рецепт, и мне очень понравилось, очень даже. Последнее время только так готовлю. Пока суп доела, с тарелки исчез один драник. Я не выдержала и уже его слопала. Вся прелесть в них в том, что они хрустящие, они до такой степени хрустящие, и вот за этих вот из-за нарезки картошки, из-за натерки, и поэтому когда она жарится, вот эти вот волокна, они так прожариваются, они так хрустят, просто нереально вкусно. Ну вот, тарелочка пополнилась.
Сейчас жарится новое. Сейчас я положила 6 штук. Они уже поменьше размером. Вкус необыкновенный. Мне кажется, еще получается от того, что я раскладываю не ложкой, а рукой. И поэтому вот эти вот волокна, они, видите, как если бы я ложкой раскладывала, они бы разгладились, размазались бы, и уже было бы не то. А так они получаются такие рыхлые. И я рукой кладу, ну, как придется, сколько возьмешь этого теста, и стараюсь, чтобы они были не забитые. Вот когда они получаются вот такие, вот, на край, и вот это все хрустит, вкус, я вам скажу, не оторваться. Вот сейчас я хочу показать вам драник, когда его просто берешь в руки и разрываешь. Вы видите, на месте разрыва вот остаются такие волокна. Оно такое воздушное, такое рыхлое, такое хрустящее. Ням-ням-ням. В мисочке, видите, вот такой сок собирается. Лучше его вылить. Ну вот тарелочка моя пополняется драничками. А здесь дожариваются последние. То есть 4 приема я сделала все драники. И еще раз хочу обратить ваше внимание. Посмотрите на этот драник. Он такой безобразный вроде бы с виду. Но вот это придает ему такую пикантность, такой неповторимый вкус. Вот столько драников у меня получилось. Плюс еще 2, которые я слямзила. Лиечка, беги кушать, бабуля приготовила. Скорей. Сейчас, бабулечка. Давай, мое солнышко, садись. Вот дранички твои любимые. Спасибо. Давай. Как вкусно. Очень вкусно. Давай еще сметаночку. Положи сметаночку. Ой, как вкусно. Да? Отлично. Всем вам приятного аппетита тоже. Готовьте такие Пока. Драники и будьте с нами на канале. Пока.